Самара постепенно входит в отопительный сезон. Тепло подано уже во все больницы и стационары. Детские сады подключены на 87%. Учреждения опеки, такие как детские дома и интернаты, дома престарелых на 88%. Это при том, что температура на улице сейчас значительно выше той, при которой положено начинать подачу тепла. На очереди многоквартирные дома. Готовность многоквартирных домов в городском округе Самара 100%. Обращаюсь к главам, что сегодня взять на контроль подачу заявок на подключение в первую очередь тех многоквартирных домов, где находятся встроенные поликлиники, объекты соцучреждения, и организовать подачу заявок для включения в первую очередь этих объектов. Отопление уже подано 84 из 235 школ, раньше, чем это требуется по погодным показателям. Бабье лето в Поволжье затягивается, но это не повод откладывать работы. Дома подключаются поочередно к тому времени, как среднесуточная температура за окном опустится до плюс 8, многие здания уже будут с теплом, в первую очередь, объекты социальной направленности. Включаем сейчас все школы, нужно подавать заявки, и школы включаем. Не дожидаясь начала отопительного сезона, предварительно, подчеркиваю, дата определена 5 октября, поэтому в зависимости от погодного фактора. Жилые дома, главам районам я сегодня подписал бумагу, она сегодня получите. Такая есть договоренность с ресурсниками. Если УК подает заявку, то мы начинаем до начала официально отопительного сезона включать МКД. Сегодня же перед районными администрациями была поставлена еще одна задача – привести в порядок контейнерные площадки. Олег Зверев, Василий Колдашов, Николай Епифанов. События.